Уйти красиво арестованному президенту Зимбабве Роберту Мугабе дали шанс оставить должность добровольно. Времени на раздумье до завтра. Накануне его сместили с поста главы правящей партии. Если в понедельник Мугабе не заявит об отставке, парламент начнет процедуру импичмента. Местная пресса пишет, что в ответ на ультиматум президент объявил голодовку. Напомню, в ночь на 15 ноября власть в стране захватили военные. Причиной переворота послужила отставка вице-президента, которого считали преемником Мугабе на посту президента. Кстати, именно его теперь назначили руководить правящей партией вместо Мугабе.